Таня, ну и где Рома? Мне пришло уведомление, что наш сын потратил все деньги. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Может быть, он решил отпраздновать каникулы? Ромыч, ты что еще не дома? Да вот, как в Косте. Ни денег, ни связи. А домой добраться нужно. Прости, с телефоном помочь не могу. Его у меня забирают, чтобы я не отвлекался на выгуле с Катей. Надеюсь, 100 рублей тебе помогут? Очень помогут. Здравствуй. Ну-ка сядь ровно. Возьми компот. И расскажи, где ты был сегодня? Да не нужен мне твой компот. И так нормально. А где я был, вас не касается. Дайте мне нормально поесть. Знаешь, мама права. Если ты не умеешь тратить деньги, в этом месяце я этих больше не дам. Да что вы так переживаете? Я всего лишь отметил успешное окончание четверти. Ты уже взрослый и должен нести ответственность за себя и свои поступки. Да как же на каникулах ты и без денег? Мне кажется, это слишком жестоко. А знаете, я вам докажу, что я могу без вашей помощи и денег, даже в спартанских условиях прожить. Я именно так вам и докажу, что я не такой транжира, как вам кажется. Ты сам себе упростил задачу. Поедешь в деревню к тете Кате и посмотришь, как живут другие дети. А, точно. Интернета тут нет. Дома я буду поздно. Думаю, ты не откажешься мне помочь. Иначе завтра в доме не будет ни воды, ни тепла, ни молока. Принеси воды с колодца. Принеси с поленницы дров. Положи сено в хлев. Сходи в магазин за свежим хлебом в 11 часов. Оставляю 50 рублей. И отдыхай. Каникулы же. Давай, тетя Катя. Каникулы, а я работаю. Уважаемый Роман Андреевич, уведомляем вас, что ваши документы приняты и находятся на рассмотрении. Вот не сказал нам ничего Рома, взял и подал документы в другой город. Мы тоже не правы. Отправили его в деревню, как от себя отодвинули. Да не расстраивайся ты так, большой он уже. Рома должен знать, как зарабатывать деньги и куда их тратить. Может, мы перегнули палку, отправив его в деревню? Интересно, чем он сейчас занимается? Эй, тут можно воды набрать? Ну, во-первых, здравствуйте. Вот кран. Наливайте. У вас доставка еды работает? Нет, конечно. Мне просто буханку хлеба. Что за глухомань такая? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Абонент временно недоступен.
Вот на берег вышли гости. Царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Видит, весь сияет в злате, царь Салтан сидит в палате. Что случилось? Чем помочь? Юля, мне надо очень срочно позвонить. Помоги, пожалуйста. У меня нет сети, все абоненты недоступны. Помоги, пожалуйста, с телефоном. Мне только позвонить родителям. У нас в деревне связь бывает редко. Сигнал не доходит. Ну как редко? Только за деревней у столба появляется связь. Идти где-то около 500 метров. Ни людей, ни связи. Да кому я тут нужен? Куда мне теперь идти? Никого нет. Что делать? Давай спросим у соседей напротив. Ну, здравствуйте, люди добрые. Доброе утро, сынок. О, привет, мам. Кстати, угощайся, это мои первые блинчики. Привет, что ты тут делаешь? Ой, привет, а я листовки раздаю. Зарабатываю собственным трудом. Кстати, ты меня в прошлый раз очень сильно выручил. Держи.